Вот данное резкое заявление премьер-министра Франции подверглось жесткой критике со стороны всех процентристских блоков Европарламента. В результате чего на субботнем заседании было принято решение не вводить против Греции штрафных санкций. Так, очень хорошо, Мазаев. Молодец. Ну, прокомментируй теперь это. В смысле? Ну как, ну давай обсудим. Мазаев, ты вот своими словами скажи, как ты относишься к этой ситуации? Хорошо это или плохо? Ну а чё хорошего? Вот как ты относишься к такому заявлению премьер-министра Франции? Ну, оно резкое. Хорошо. Может быть, на самом деле нужно ввести штрафные санкции в отношении Греции? Или как? Да не надо. А зачем? Хорошая страна.